Автоматной очередью над головами встретили зрителей. Такие они вежливые люди. Весь спектакль – смесь кино, музыки, иммерсивного шоу, где зрители становятся частью действия. Актеры выходят в зал, повсюду слышны звуки стрельбы, а на сцене показывают, как работает спецназ. Как они заряжают оружие, как они одеваются, как они перебегают, как они прикрывают друг друга, как работают с щитом БЗТ. Ну и самое важное, что это все смешано с киноэпизодами. То есть зритель одновременно видит их и там, и здесь. То есть как бы расширяется пространство, и зритель таким образом больше почувствует вот эту иммерсивность, интерактив. Исполнитель одной из главных ролей – Анатолий Фалынский. Когда-то он сам служил в спецназе. Этот опыт помог ему поставить все боевые сцены, как в спектакле, так и в кино. Самыми сложными считают съемки на заводе «Азот». Северодонецк на тот момент, когда мы туда приехали, был практически весь не разминирован. Практически весь. Вот, там совсем недавно закончились бои. Вот, и поэтому, куда бы мы ни заходили, в любое здание, я всегда заходил первым, проверял, как бы, ну, на наличие каких-то взрывных там веществ. Спектакль прошел при поддержке Росгвардии. Первыми зрителями стали ее сотрудники, а также воспитанники кадетских училищ. Многие пригласили на премьеру и свои семьи. Спектакль пройдет в 12 городах России. Среди них Ростов, Воронеж, Нижний Новгород, Тула, Липецк, Калуга. Завершить тур планируют финальным представлением в Москве. Екатерина Лелюх, Геннадий Шапошников, Мария Яхненко, Кубань-24, Краснодар.